Друзья, привет! С вами Кос. Жизнь моя на парковках продолжается. Сегодня день памяти в Америке. Это некая альтернатива нашему 9 мая. Почтят память всех погибших в каких-либо войнах, которых принимала США. Здесь считается большим праздником. Интересно, как это пройдет. Думаю, может, успею посмотреть. Сначала нужно поработать на мувинге. От этого никуда не деться. 8 утра нас уже ждут. Надо фигачить. Потом займемся праздником. Погнали! На Работун! Утренний вид океана, как обычно, прекрасен. Погода наконец-то стала хорошей. Дурацкий дождь закончился. Вчера вообще нереально поливала всю ночь. Это была печалька. Холодно. Да и сейчас утром не тепло. Зуб на зуб иногда не попадает. А это уже другая. Все, мувер готов для работы. Пока едет Биг Босс и все остальные, я рано приехал. Можно позаниматься нормально видосиками. Я, правда, неправильный мувер, потому что правильного мувера нет. Ноута с собой постоянно. И коптер он с собой на мувинг не таскает. Так что я не самый настоящий. Ну, настоящий, но немножко не из этого мира. Ладно, надо чуть поработать. Начинаем фигачить. Только куча спали, дофига всего. Пакуемся. Такое бывает. Какой-то меч. Отлично, срач вовремя. Больше дрова. Спальня. Такой вот двор. Педро. Кабинетик. Зал. Это их зал, типа. Здоровый зал такой. Чувак вообще военный в отставке. С выходом на улицу. Новый дворик. Это теперь вот так. Это будет мастер-бедрум, спальня родителей. Только идет вот так. Когда ты видишь военного, всегда есть ствол. Достаточно большой. Отработали мы свое заветное время. Получилось 6 часов, отфигачили. Перевозили военного, там, местами кейс от оружия, патроны лежат, обоймы. Веселый чувак. Переезжал, не знаю почему. Ну ладно, еще по полтосу дал на чай. Круто, ништяк. В принципе, не сильно тяжелый став был. Первый этаж, на первый этаж перевозить, так что нормально. Сейчас немножко ехать, едем отдохнуть. Надо немножко расслабиться после тяжелого рабочего дня. Сегодня праздник, Memorial Day. Сейчас заправимся. Постоянно кино снимает.
Такой вот видок с апартмана. Пока ели, я не стал снимать, что там внутри происходит. Ребят не в курсе, что я вообще пишу свой влог и чё как. Но я как-то в них пока не особо уверен, чё да как они будут реагировать. Чуть поближе вотрёмся в доверие, будет нормально. Будет общение. Пожарили офигенно вкусные стейки. Стейк, правда, кажется, по 12 баксов стоил. Перчик, соль на гриль. Вообще бомба. После мувинга, блин, когда целый день фигачишь руками и ногами, надо есть мясо. Ребята говорят, с ними работали пару веганов, сори, конечно, но они были дохленькие, по энергии брать неоткуда, физический труд, он тяжелый. Наш день подходит к концу, поработали, перевезли чувака военного. Был крут, попал толст, это было прям очень приятно, на чаек. Ну все на этом, наш день мувинга закончен, день Memory Day тоже. Есть особого, как понимаю, ну да, это праздник, где-то может в центре были гуляния. Но в центре города здесь этого не видно. Просто своя атмосфера. Люди отдыхают. Помнят тех, кто погибли. Ставьте лайк. Пишите, что обо мне думаете. И подписывайтесь на канал, если вы еще не в теме. А я погнал отдыхать. Завтра будет новый день и новые приключения. И переключайтесь. Пока.